Согласно опросу, проведенному по инициативе Финансового университета при правительстве России, Москва, Сочи, Грозный и Петербург стали лидерами рейтинга по качеству жизни. Он строился на результатах социологических исследований, которые проводились аж в 75 городах с населением более 250 тысяч человек. Оценка качества жизни основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Эксперты выбрали 12 направлений, которые наиболее явно влияют на качество жизни в городах. Жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, благоустройство, экология. Тверская область заняла неплохую 21-ю позицию. Наша съемочная группа решила выяснить у жителей областной столицы, а какие они заметили изменения в различных сферах, какие бы хотели видеть преобразования в будущем. И вот что нам ответили респонденты. Мы заметили, что город начали чуть лучше обустраивать, все так красиво, парки начали обустраивать, набережные, например. Ну вот. А касаемо сфер, которые бы все-таки хотелось, мне кажется, несмотря на то, что уже делается, хотелось бы, чтобы это было чуть более масштабно. Еще надо развивать и развивать. Даже вот с маленькими детками. Ну, хорошо, допустим, ходить только в частную медицину, допустим. Там вот обслуживание действительно на уровне. Как бы, а в обычной бюджетной больнице очень тяжело. То есть так вот еще дорабатывать и дорабатывать, конечно. Качество жизни тут неплохое. Если посмотреть, то на каких автомобилях ездят люди, да, какие здесь магазины, вот даже по пешеходной улице, если пройти. Лучше оно стало, потому что образование, ну, оно как бы поднялось. Мне нравится учиться, то есть мне это доставляет удовольствие. А учителя хорошие, учебники тоже хорошие. А дороги стали строить новые дома, новостройки, в которых удобно жить. А положительные только впечатления. Идет все-таки улучшение в некоторых вопросах. Дороги, мост. Радость такая, что немножко разгрузятся дороги. Больницы, ну не все. Есть в таком запущенном состоянии, и врачей не хватает. Но где их взять? Потом... В учебном процессе немножко изменить надо программу. Для детей тяжело все-таки, для маленьких, начальный класс. Я с внуками занимаюсь, поэтому я так считаю. И не только я, и многие бабульки так. Молодые-то еще не понимают этого, а там, чем дальше, тем хуже будет. Ну что, у нас хорошо театры, филармонии. Прекрасно. Я когда приехала в Тверь, я влюбилась в него. Это уже 20 лет прошло. Как видно из нашего опроса, позитивные преобразования в столице Верхней Волжи не остаются незамеченными горожанами. Однако одновременно люди обращают внимание и на существующие проблемы. Хочется надеяться, что их оперативное решение позволит нашему городу в будущем занять еще более высокие строчки в рейтинге.